Казахстанским бизнесменам необходимо менять психологию и подходы к работе в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сегодня на брифинге службы центральных коммуникаций сказал лидер партии Ак-Жол, депутат Мажилиса Азат Перуашев. Бибигуль Саржанова подробнее. Как известно, партия Ак-Жол является представительницей бизнеса в парламенте. Поэтому, говоря о минусах и плюсах вступления Казахстана в ЕАЭС, лидер партии Азат Перуашев остановился все-таки на преимуществах. Так, за 4 года таможенного союза, по его словам, экспорт увеличился на 60%, иностранные инвестиции – на 34%. Но, несмотря на эти цифры, только 80% казахстанского населения поддерживает этот союз. Многие считают, что казахстанский экспорт уменьшится, рынок заполнится российским и белорусским товаром. Но, по мнению депутата, интеграция – это не молочные реки в кисельных берегах. В связи с этим депутат предложил казахстанским бизнесменам менять психологии и подходы к работе в рамках Союза. Интеграция – это еще резкое обострение конкуренции. О чем наши коллеги сейчас многие говорят, переживают, что вот, значит, мы там не сможем, нас там задавят и так далее. Да. Интеграция – это стресс, это обострение конкуренции, это ужесточение условий работы, это очень большой вызов, причем вызов стратегического характера для нашего бизнеса. Но помимо вызова, это еще и тонус для развития. Вспомнил Азат Перуашев СССР, который защищал свой внутренний рынок, когда все переживали дефицит товаров. Мы помним, во что мы тогда одевались. Мы помним, как мы тогда питались, мы помним, на что мы тогда ездили. Я приведу пример. Я учился в России, в Свердловске, с 1984 года. Сахар по карточкам, колбаса по карточкам, масло по карточкам, мясо по карточкам. Мы так даже тогда жили. В связи с большой конкуренцией господин Перуашев сообщил, что в экономике необходимо ориентироваться не на слабых, а на сильных. Несмотря на то, что доля инновационно-активных предприятий достаточно невысока – порядка 3%. Но у казахстанского бизнеса есть свои преимущества. Наши преимущества, они сформированы прежде всего государственной экономической политикой. Это низкие налоговые ставки, это благоприятный деловой климат, это отсутствие, скажем так, сильного доминирующего государственного такого регулирования. Сегодня идет либерализация регулирования экономики. И даже, кстати, вот ныне длящийся мораторий на проверки МСБ, вам наглядный пример в этом отношении. В заключение Перуашев сказал, что Евразийский союз – это определенный этап, ступенька вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию, которая позволяет гражданам получать доступ к лучшим в мире товарам и услугам по лучшей цене. Бибигуль Саржанова, Ганизат Оспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.